Приветствую вас, дорогие друзья. Покажу вам монету с поворотом штемпеля. Это полтинник 1924 года. Вот так он выглядит. С этой стороны и поворачиваем. Здесь небольшой разворот. Градусов сколько тут? Около 30, наверное. Вот так удобно упаковывать монеты в холдере, чтобы было видно, насколько с другой стороны смещен штемпель, развернут. Всего доброго. Спасибо за просмотр.